Все с микрофонов. Микрофон у меня, но он должен быть нас. Итак, Лекса. 50,5 килограмм весит Лекса. Прогноз. Через полтора месяца сколько ты сможешь весить? Если ты будешь худеть активно. Не, мне не надо худеть. Я говорю, если. 47. 47. Ну, хорошо. Держи. Заявочка у нас услышала. Ирина, но тут как бы не совсем понятно, может быть, она набирать наоборот будет за это время. И худеть тебе вредно для здоровья. Беременна нельзя все-таки худеть. Да я не беременна. Да ну понятно, я на счет просто говорю. Не говори. 140 килограмм! 26! Может, ты здесь ровно 70 килограмм. Спасибо огромное, Ирина. Прогноз твой, сколько ты сможешь бросить? Ну, я думаю, 10 килограмм точно будет, а от этого будем отталкиваться. Хорошо, то есть 60 через полтора месяца 60 килограмм. Ну, я перестану есть. Давай осторожнее с этой историей. Так, Альбина, это ваши прогнозы, кстати, все зафиксированы. Нет. И тебе нужно снять. И тапочки снять. И жах надо снять, и тапочки снять. Да. Ты поел, и ты тебя трясет. 63 килограмма, что за 100 грамм? Ну, 63 килограмма. Через полтора месяца сколько будешь весить? Я 7 могу скинуть до 7 месяцев. Ну, за полтора месяца. Я могу за 3 дня скинуть. Красотка. Давай, свой прижащий мужик. Давай, конечно, сама там оденешь. Спасибо. Так, все, молодец. Итак, Кристина, Ухан-Балте. Закрытая варежка. Да, в будущем. Так. 50,5 килограмм, кстати, как Лекса. А сколько ты готова за полтора месяца сбросить? Я хочу 45 весить. 40-45? Да, это мой идеальный вес. Груди? Да, нет, 45, мой идеальный вес. Ну, знаете, ваши пожелания мы записываем, конечно, но это прям, мне кажется, переборчик небольшой. Но дело твое. Адриана. Слушай, ну Адриана единственная, у кого несправедливо. Давай, правда. Потому что железный рот весит 100 килограмм Адриана. Но... Адриан, извини, это не считается. Поэтому вес Адриана с железным ртом 58,5 килограмм. Сколько за полтора месяца? Я бы хотела в идеале где-то 54. 54, 4,5 килограмма. Спросите, хорошо, посмотрим. Итак, самая непорочная, самая нежная, беленькая. Алена, ты сразу поняла, так, по непорочности. Итак, Алена. Ну, тут все вообще просто 54,5 килограмм. Скажи мне, пожалуйста, сколько вам сбрасывать? 54. Ну да. 7. Тут написано 7 килограмм. То есть больше 45? 47,5. Молодец, хорошо, давай. А у тебя фигурка ничего не значит, что тебе худеть. Итак, еще одна несправедливая участница. Ее нос весит, как маленький человек, но все равно это считается. Итак, Яна, у тебя, понятно, кость широкая, да? Я так понимаю. 63 килограмма. Сбрасывай, ты сколько собираешься? Ну, я самая маленькая, весила 52 килограмма. 52? Ну, я так не буду так больше делать. Альбина весит 63, хочет весить 50. Я не хочу так весить, я сказала, что... Да, это, скажу, 75, но это максимум. Сколько ты за полтора месяца, мне скажи? Мы посмотрим. Не, ну ты хоть рассчитываешь, на сколько? Минимум, давай, я минимум. Минимум. Давай попробуем до 57, а потом мы посмотрим. 57, хорошо, прогноз Яна, мы услышали? Итак, ну, Таня, я не знаю, как тебя взвешу. Давайте просто взвесимся, и всё. Тебе неэтично, Таня, просто не... Я не буду, да. Сколько ребёночек сейчас? Давай. Была 41. Итак, сейчас, Танечка, красавица, умница, волшебная, прекрасная девочка, весит всего 45 килограмм. Молодец. Мне кажется, избрасывать, да, здесь только набирать и еще раз набирать. Итак, ну вот, ну конечно же, Надежда Ермакова. Я, честно, нажрала 8 килограмм. Надька, ты поставила себе сиськи, мне кажется, килограмм 15 тебе добавили. У Надежды Ермаковой 57,5 килограмм.
получилось? Не знаю, я жру сладко тоннами за всех вместе взят. Что ж, посмотрим. Я нашел тренер. Давайте, мисс Россия. Итак, Эльмира на данный момент не будет 300 рука, не будет 63 килограмма. Ну, это кол Захарова. Ты, ну, слушай. У меня тоже рост низкий. Низкий, а сколько можешь вести с полтора месяца? Ну, 5 килограмм сброшу. Не слушай Димку, нормально, 5 килограмм, хорошо. Это ему надо, вот, 5 килограмм бросить. Итак, Вика. О, Вика толстая. Финтик Люська, тишина. Весит у нас 52 килограмма. Наоборот, планирую поправиться. Мне вот эти ваши игры нет. Я хочу набрать. Я хочу набрать. Хочу набрать. Ты даже не знаешь, какой конкурс. А я хочу честно. Екатерина Коваль, наша рыжая бесмини. Подождите, обувь, давайте-ка вы снимаем. Вы что это такое вообще? Может, у тебя там стельки из свинца? Итак, Екатерина Коваль не трясет руками и весит 51 килограмм. Ой, 58. Ой, 58. Это 50,8. Мы не округляем. Это кто тебе сказал? Мне сказал, 200 грамм? Ты сейчас покахаешь или попьешь воды? Будет 51 килограмм ты весишь, сколько ты будешь вести с полтора месяца? До 50 максимум. До 50 максимум. То есть ты скинешь килограмм? Я не хочу худеть, мне некуда. Некуда, молодец, хорошо, иди давай, да, вот молодец. Итак, Настя Пигрина. Давай, Настя. Что, что за ужасное на тебе? Это ужас. Настя, я прям не ожидал от тебя. Итак, да, что он тоже что-то весит. Итак, Настя Пигрина весит, ну вы не поверите, ровно 55 килограмм. Четко, для ее роста вообще идеально. Четко, так, если от меня все уберет, прогноз-то какой у тебя? Ну, 50 идеально было бы, но мы сейчас с Витебском едем, поэтому я... Что едете? Был инклюзив, меньше. Ну, сорян тогда, я чувствую, что ты не знаю. Теперь, как бы точно не наберешь. Ну и теперь, человек, который даже не знает, как взвешивать... Так, обратненько, скажите мне, пожалуйста, а не истек ли гарантийный срок у этих лесов? У нас может сейчас случиться конфуз? Микрофон, Майк сказал, к сожалению, нельзя отдать ничего. Итак, 88 километров. Ладно, я вру. Так я не могу говорить, потому что ты трясешь, и... 61,5 килограмм не могут никак достать. 61, 60 даже бывает, просто 60. 90 не хватит. 61,5 килограмм. Ну, это раз 60 было. Хорошо, ну, это 61,5. Только что было 61,5. Все, ладно, все, секунд, тишина. Катя сейчас успокаивается. А у меня Евгений Ромашов идет сюда, понятой. Вот идите сюда. И Евгений Ромашов озвучит вес Екатерины Буриной. 61,3. 63 килограмм. Двойное. Аминь. Все? Все. Проблемы нет никакой? Себе оставь микрофон. Сколько ты весишь будет? 61,3. 61. Я весишь через полтора месяца. Я просто болею по 50. Я не 70. 55. 55. Да ну, больше 50 надо. Что выиграть? Выиграть. Когда ты не берешь больше, ну ты не прав. Где ты идешь? Нет, я на Сейшелла хочу. Она за мной идет. И что? Поэтому буду замотивирована очень. Влад, я попрошу запечатлеть этот момент. Я сказал, что буду ходить в зал. Подожди. И она завтрашняя клинка выздоравливает, тоже будет ходить в зал. Поэтому возьмите новое оружие. А зачем? Катя занята другими делами, ей не до зала. Она сейчас мейкапа, вот эта вся история. Реснички, бровки, правильно же? Я не сказал, девушки. Утро макияж, вечером спорт, все нормально. Давай стань ты от нее, занимайся своим телом. 53, не так. Екатерина Борина утверждает нам, что за полтора месяца она будет сбросить до 53 свой вес. Что ж, это твой выбор. Спасибо. Итак, контрольное взвешивание пройдено. У вас есть примерно полтора месяца, чтобы привести себя в форму. Да. Готовы? Не готовы? Готовы. Я не знаю, дело ваше на самом деле, потому что время пошло. И я...
выйдет и сбросит свой вес, безапелляционно окажется в финале нового конкурса, о котором вы, дорогой зритель, узнаете совсем скоро.